Я за любые перестановки, которые могут повлиять на что-то положительное. Я считаю, что наш космос российский, опять же, со стороны обывателя, то есть меня, немножечко законсервировался. Потому что, ну, у меня есть друзья, которые к этому имеют непосредственное отношение, я имею в виду к космосу, не Роскосмосу, а вообще к космосу. И вот они говорят, что мы живем очень в прошлом, в смысле космоса, то есть мы там запускаем по килограммам, запускаем больше даже, чем запускают американцы, а толку в этих килограммах меньше. И, конечно, здесь нужна какая-то реформа, я не знаю, любая реформа, она болезненная. Конечно, жалко там людей, которые, может быть, возможно, потеряют работу, но в данном случае, конечно, чтобы страна находилась на каком-то передовом этапе развития, космос обязан быть локомотивом. И всегда космические технологии приносили не только для нашей страны, но и везде очень много полезного в нашу жизнь. Например, памперсы. Это космическое изобретение. Липучки, по-моему, тоже, которые пользуются популярностью у кроссовок. И молния вот эта, которая у меня здесь застегивается, это военно-промышленный комплекс придумал для того, чтобы быстро одеваться и раздеваться солдатам. Так что космос надо развивать, и перестановки, я считаю, положительные. Любые перестановки, в данном случае, тем более такие не суетливые, а так я понимаю, продуманные, это хорошо.